до следующего. Кто хочет прокатиться? Я! Трюки какие-то делать? Можно я? Не, ну трюки, если получится. Владик у нас экстремал. Давай, Владик. Ой, я победу. Ну видишь, не получается, да, с первого раза? Да. Но для этого нужно тренироваться, а для этого нужна площадка специальная. И скоро она будет в Николаеве, правильно? А можно попробовать? Штрял. Так, кто следующий? Я! Опа. Я хочу следующий. Вообще, прыгнуть возможно, но сложно удержать сначала равновесие, чтобы... Конечно, конечно, прыгнуть. Но для этого тренировки нужны, конечно. На улице так тяжело научиться. Я учился 10 лет на улице. По моему уровню можно научиться за 4 года. За 3 года даже. Это сложно, когда сюда прыгать. Что так сложно, такой высоты? Я хочу перепрыгнуть! Я тоже! Что там получается? Нет, я умею кататься! Стой! Все же не упади, смотри! Можно второй раз? Конечно, можно! Я тоже хочу! Я еще не раз! Давай, я подержу! Я помогу! Ой, аккуратно, на педальку, да! Не получается? Ну вообще, а ты там надо что-то зажимать или? Ребят, вам нравится, да? Да! Ты что, скоро уезжать будешь? Да, уже буду сейчас уезжать. А ты завтра что, приедешь? Ой, не знаю, не буду обещать. Ого! Ты уже профессионал. Так, только не дергай. Держите ровно. Ребята, кто хочет, чтобы в Николаеве появилась школа триала? Уважаемая администрация города Николаева, обратите внимание, что все хотят заниматься триалом. Мы хотим, чтобы мальчики занимались триалом! Да! Да! Без проблем! Уважаемые спонсоры, помогите Косте открыть школу триала. Нам нужна территория, конструкция и ваша поддержка. Триал!